Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2009» завершен. Третью премию разделили между собой исполнители Украины и Литвы. Вторая у белорусского конкурсанта и представителя Македонии. Участник из Молдовы привезет домой первую премию. А гран-при у Димы Даниленко, представлявшего Россию. На этом награды не заканчиваются, но мы уже уходим туда, где эмоции еще свежи, а страсти накалены. I'm okay. Оценивали ребят с оперными голосами, минимальными движениями и с большой глоткой. Я постарался передать все эмоциональное состояние этой песни, оно очень глубокое. Мне поставили, кажется, 8 сегодня. Я не понял, за что. Я пела на этой сцене, я пела в городе, в котором я родилась, на Славянском базаре. Я не думала, что так плохо я пела. Главное, что я певица в моем стране известная, и мне все любят. Жюри профессионалы. В принципе, я доволен тем, как они меня оценили. А? Кто чем доволен, кто недоволен? Я довольна. Надеюсь, что он тоже доволен. Спасибо тебе. Учитывая, что это прежде всего... Кто как не мама поддержит. На самом деле, потом придем гримерку. Почему не дотянул? Почему не спел? Я же не могу сказать, что... за движение? Где были руки? Где были... Но нам телевидение надо получать. Для меня он будет всегда самый лучший. Грустно расставаться с Славянским базаром. В прошлом дневнике участник из Украины Петр Дмитриченко рассказывал о том, что прямо перед выходом на сцену прожег утюгом концертную рубашку. Но надеялся, что новый внешний вид сыграет ему на пользу. Вышло иначе. Мне сказали, Роза Рымбаева сняла мне 1 балл за то, что я был с голым торсом. Я не снизила ему, не поэтому. Я просто подсказала. Говорю, подскажите ему, что это немножко неэстетично. Самое главное исполнение, создание образа. Как и в первый конкурсный день, так и во второй, некоторым молодым исполнителям пришлось преодолевать совсем другие трудности, не связанные с пением. За 30 секунд до выхода забывала слова. И казалось, что не вспомнишь. Вот на сцене у меня вот этот... Мое платье там вот так было, под каблуком осталось. Чуть-чуть вот так держала себя, чтобы не упасть. Проблемы с голосом начались по приезду. Почувствовал еще на отборе, что что-то не то. Оказалось, что это элементарное несмыкание связок из-за какой-то болезни, может, это вирус, я не знаю, что. В результате чего приходилось делать вливание каждый день, утром и вечером, и перед выступлением за час, за два делать уколы, чтобы хоть как-то это, от этой ситуации избавиться. За своими коллегами-конкурентами Дима Даниленко наблюдал из кафешки в амфитеатре. Решил, что там будет гораздо проще настроиться на выступление. Если сидеть и ожидать, это можно с ума, в конце концов, сойти. Дима Даниленко, Россия, оценки. Когда я увидел свои баллы, я так понял, что я первый, да? Так, а он, кстати, моя мама. Хотите у нее что-нибудь спросить? Я очень рада, просто счастлива. Вот так. Тем, кто следил за конкурсом молодых исполнителей, известно, что в роли ведущих выступали 2 пары – белорусская и российская. Причем Алина Кравцова с Оксаной Федоровой пытались свести всех с ума своими нарядами, а Денис Дудинский и Дмитрий Губерниев соревновались в остроумии. Все вышеперечисленное лишь способствовало дружбе и укрепляло профессионализм. А теперь для вас выступает тот-то, тот-то. Встречайте! Как было приятно работать с нашими уважаемыми белорусскими коллегами. А нам самые как было профессиональные приятно. Люди в стране, те люди, которые вели вместе с нами Славянский базар. Папа Дима. Дедушка Дима. Прадедушка. Но на самом деле есть чем поучиться. Смех смехом. Я ухожу. Несколько слов о Диме. Ой. Ну, Дима. А теперь несколько слов о Дудинском. Спасибо. Просто так. Спасибо. Я скажу про Диму, но он такой шутник. Да, я порой не всегда понимала эти шутки, но мне Денис переводил. Единственный человек, с которым я могу спокойно стоять на высоких каблуках и не иметь комплекса неполноценности. Мы люди, которые можем обнимать эту прекрасную девушку за плечи. И нам уже хорошо, как мало нам надо. Дима воспылал просто
чувствами к Алине, а мне понравился приятный тембр Дениса. И, кстати, он поет и говорит на итальянском великолепно. Это просто звезда, понимаете? Вот. Алина звезда, она ненавязчиво ходит на сцену, я сейчас звезда, я выйду, покажу, продемонстрирую, можно сказать. Но не все показывает. В нашем деле главное всегда хранить костюмы в женской гримерке. Ну, с губернием я уже работаю не первый год и не первый раз, так что у нас с ним сложившийся дуэт. А такую кадобу не отдам никому, такая кадоба нужна самому. Ты всегда наблюдаешь, как за ней ухаживают мужчины, как Басков ко всем ревнует, и только ты можешь спокойно подходить ее, обнимать, целовать, получая при этом удовольствие. Ей тоже, кстати, это нравится, по-братски-сестрински. Поэтому все очень хорошо. Она блистательная партнерша, она действительно лучшая моя партнерша. Если кому-то на первый взгляд показалось, что быть ведущим легко и просто, это скорее заблуждение. За кадром остается пусть и смешная, но все-таки трудная работа над собой. Для того, чтобы буква «Т» была очень красивой и четкой, надо делать так. Как лошадка. Лошадей учиться во время езды. Ну, например, вот таким вот образом в одну и в другую сторону нужно сделать 10 раз. Что бы ты ни делал со ртом, с языком все это во благо. Через одну ноздрю выдыхаем, через другую выдыхаем. Скороговорун скороговорил, что все скороговорки он скороговорит, перевыскороговорит. Но скороговорившись, он выскороговорил, что всех скороговорок не перескороговорить, перевыскороговорить. Четверг, 4 числа, 4 четверти часа, 4 черных маленьких чертенка, чертили черным черным, но чертеж чрезво черный чисто. Нужно помычать, допустим, вот так. Пожевать язык. Дальше Алина показывает неприличное упражнение. А для чего они это снимают? Фиг снится. Нынешний «Славянский базар» продолжает преподносить сюрпризы и открывать таланты артистов совсем с иной стороны. Так, самая первая наша победительница детского Евровидения Ксения Ситник попробовала себя в новом качестве – журналиста. Победительница детского Евровидения. Ксюша Ситник. Поздравляю. Вы безумно стильная. Скажите, как вам это удается? Как это удается? Это не удается. Это или есть у вас, или нет. Ребенку 14 лет. 4 года назад она победила на Евровидении. Все еще впереди. Что бы вы пожелали молодой юной исполнительнице? Работать, работать и еще раз работать. Когда придет шанс, чтобы она была готова. Спасибо большое. Пообщавшись с Лаймой Вайкули, Ксения отправилась в гостиницу к Филиппу Киркорову, успев перехватить артиста буквально за несколько минут до его отъезда из Витебска. Ксюша Ситник? Ты моя красавица. Здравствуй. Когда вы были маленьким в детстве, вы думали, что станете артистом? Я был уверен, что я стану артистом. То есть, только у меня не было сомнений, да. Скажите. Я запрограммировал эту ситуацию с детства, я не сомневался. Как, по вашему мнению, важнее для артиста талант или трудолюбие? Ведь... А это одно и то же. Надо быть трудолюбиво-талантливым человеком. Да. Удачи тебе, Ксюша. В следующем списке приятных и полезных знакомств значилась в недалеком прошлом мисс Вселенная, а в настоящем телеведущая Оксана Федорова. Вы скажите, когда вы были в детстве, вот ну совсем маленькой, вы вообще думали, что когда-нибудь в будущем вы станете самой красивой девушкой? Ну, конечно же, не думала. А вот ты думала когда-нибудь, что ты победишь? Нет. Уже мечтала связать свою жизнь с какой-то творческой профессией. Но... На моем пути возникла милиция, и на 12 лет вот так отодвинула осуществление своей мечты. Да. Хорошей удачи тебе. Спасибо Все. Большое. Вам Давай, дорогая. Напоследок Ксения отважилась интервьюировать самую настоящую акулу российского пера, журналиста Сергея Соседова. Мне бы хотелось узнать немного побольше об этой профессии. Вот почему вы выбрали именно ее? Вы знаете, не я выбрал эту профессию, а профессия выбрала меня. Впрочем, у Сергея Соседова тоже нашелся вопросик для Ксении Ситник. Вопрос задан один. Зачем артист приходит на сцену? Ну, а донести, конечно, позитив я стараюсь всем. Вы доносите, а вы считаете сейчас? Ну, я считаю, что я стараюсь, и у меня это получается.